Всем привет! Сегодня решил снять такое видео, чтобы было немножко понимания. Я знаю, что многие не понимают вообще, что такое АЧХ, для чего оно, с чем его есть и так далее. АЧХ – это амплитудно-частотная характеристика. То есть это именно тот звук, который можно увидеть глазами. Сейчас я включу просто трек один и поклацаю несколько динамиков. Вот он микрофон, вот он торчит. То есть он рядом, но он чуть-чуть впереди камеры находится. Но чтобы вы понимали, насколько камера портит звук просто. Потому что некоторые пишут, звук отстой там, или смысл нет этой прослушки там, и снимать не стоит вообще. Сравнение это боль, сравнение это неправильно сделано. Короче, просто информативное видео. Хочу показать, как выглядит звук и насколько сильно он отличается, когда вы слышите, например, на камере много высоких частот, и как это отличается на АЧХ. Пики ставить не буду, будет в реальном времени показана амплитудно-частотная характеристика на мониторе. Наблюдайте и прислушивайтесь, что же вы слышите через камеру. Время ставлю бесконечное здесь, чтобы все время показывало. Вот так выглядит амплитудно-частотная характеристика комнаты, где включен компьютер, ноутбук и где я разговариваю. Вот пики ползут. И когда я разговариваю возле микрофона, вот так вот меняется амплитудно-частотная характеристика. Давайте посмотрим, как звучат те или иные динамики, и вы хотя бы примерно будете понимать. Ну, надеюсь, теперь понятно, что такое АЧХ, для чего оно нужно. В первую очередь, АЧХ нужно для того, чтобы оценить, как динамик звучит, потому что наш слух такая вещь сугубо индивидуальная, я бы сказал. Один слышит высокие частоты, другой не слышит. Кто-то в меру возраста своего, кто-то просто, у кого-то просто так ухо устроено, немножко отличается. И ты уже смотришь на АЧХ и понимаешь, из чего складывается звук, какие именно частоты в данный момент звучат. Какие частоты сильно выпирают, можно их и прибрать немножко, чтобы не так утомляло слух. Какие частоты, наоборот, нужно добавить на том же эквалайзере, например, чтобы поинтереснее звук был. Вот такое небольшое видео, ребята. Если вам понравилось, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на канал. Обязательно буду снимать еще что-то подобное. В меру своих возможностей и познаний постараюсь все объяснить быстро, кратко и сжато, без лишней воды. Без лишних разглагольствований. А вы в свою очередь поделитесь, если не сложное видео, расскажите друзьям. Всем спасибо за просмотр. Пока.